Всем привет! В этом видео я хотел бы показать, как активировать бесплатный SSL сертификат на хостинге WebHost 1 и также активировать защищенное соединение на вашем WordPress сайте. Значит, для активации бесплатного SSL сертификата вам достаточно зайти в панель хостинга, домены, и далее выбрать нужный вам домен и нажать настройки. Я хотел бы немножко остановиться и поговорить о том, что такое вообще бесплатный SSL сертификат от WebHost 1. Сайты, которые не защищены, то пользователь подвергается определенному риску. Ну, даже не только пользователь, но и сам администратор сайта. Так как вся вводимая информация на таком сайте может легко перехватываться. Например, если человек пользуется каким-то открытым бесплатным Wi-Fi где-нибудь. Ну, есть еще куча других всяких примеров. Но суть-то в чем, что все рекомендуют именно защищать ваше соединение на сайте. И я это тоже, в общем, рекомендую. То есть, например, если мы сейчас введем какой-то комментарий, человек, ну, в общем, если при желании, человек может, в общем, все это перехватить, так сказать, злоумышленник. В общем, давайте перейдем в WebHost 1. В данном случае мне нужно активировать для сайта VP Tutorial GA. Я, значит, нажимаю настройки и выбираю из списка Let's Encrypt сертификат. Все, он у меня, в общем, уже включен. Значит, следующее. Мы заходим на наш WordPress сайт, плагины добавить новый. Как видим, то есть после активации SSL сертификата мы все равно попадаем на незащищенное соединение. Дело в том, что нужно настроить редирект, и делать это с помощью плагина SSL Simple. То есть Simple CCL. Ну, где-то как-то так. Так. Кажется, я неправильно ввел. А, нет, все правильно. То есть Real Simple CCL. В общем, достаточно хороший плагин. Очень удобный. Нажимаем активировать. Появляется такое сообщение. И мы нажимаем вперед, активируйте SSL. Все. То есть перезаходим. И мы видим, что наше соединение защищено. Обновляем страницу. И нас уже просят выполнить опять вход на сайт. То есть ничего страшного в этом нет. Но в целом ту информацию, которую я вам хотел передать, я ее передал. Я показал, как, в общем, активировать на хостинге. Делать это достаточно просто. То есть нам нужно выбрать и сохранить. И следующее — это плагин Real Simple CCL, который, в общем, в, так сказать, финальная часть для активации защищенного соединения для WordPress сайта. На этом я видео завершаю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.